Камера не хочет фокусироваться. Оп. Это волшебство. Привет. Я думаю, что ты скучал по моим влогам, поэтому я решила снимать их снова. В этот раз мои влоги будут о моем путешествии в Волду. Это путешествие для меня очень много значит, потому что я сюда хотела попасть, а именно в Волдовский университетский колледж учиться. Погода сегодня пасмурная, погода Питер. Зеленая трава, несмотря на то, что сейчас 5 января. Пошла в ту сторону, где больше леса, больше домиков маленьких, которые не в центре города находятся. Очень привлекает здесь природа, очень хорошо дышится. Здесь нет никакой роскоши. Люди ходят все в удобной одежде, спортивной. Сегодня туман не такой обволакивающий, но дождик идет. Ну что мне этот дождик? Я иду ловить красивые виды. По пути я наткнулась на школу. И знаете, что я здесь нашла? Ну, естественно, поле для игры в баскетбол. Я везде найду то, что хочу. А там, кстати, футбольное. Спорт. Как так? Самой красоты-то и не видно. Вот там должны быть горы, холмы. Но лодочная станция просто. Главные жители Волды. Как думаете, может у них взять интервью? Скажите, пожалуйста, как пройти до кафетерия? Ну, еще я, конечно, ищу спортивный центр, где можно было бы позаниматься спортом, поплавать, может быть, тренажерный зал какой-то. Поэтому хожу, ищу по корпусам. Это идеальное место, чтобы просто подышать природой. Вообще Норвегия – это место, где нужно дышать, любить природу, очищаться, как вы сказали, какие-нибудь эзотерики и так далее.